Ростовские инженеры создали трактор, на котором попытаются установить рекорд скорости. К 7-м ежегодным гонкам Bizon Track Show. Организаторы создают уникальный спортивный трактор. Внешний вид трактора не изменится. Внешний вид трактора Беларусь будет изменен до неузнаваемости. А его предельная скорость достигнет у трактора 150 километров в час. Вау! Это однократная будет скорость? А, ну, то есть он достигнет, а дальше они о судьбе трактора уже не беспокоятся. И стартовать он будет так. А вот это такая песня у меня. Смотри. Давай. Величайшего исполнителя всех времен народов, да. Олега Газманова. Полем, 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 полем трактор пролетал. Эй! Он за 2 минуты это поле распахал. Эй! Он за 2 минуты это поле распахал. Эй! Или, например. Эй, вот я, например. Черный трактор по полю катается. Скорость 200 километров, дай бог не развалится. Спасибо. Ну а что, мне кажется, хорошая идея. Вот так лежишь, да, вот так с любимой воржи. Частенько. Да? Лежишь так, ах, и так. Как будет выглядеть этот трактор? Да. Как он будет выглядеть? Два антикрыла. А салон кожи? Да. А и... диски? Диски литые. На передней панели будет такая собачка вот эта. Не так, она вот так, он же быстро идет. Да, конечно. Дороги-то ровные на деревне у нас. Давай, группа Любэ. Комбайн на трассе комбайн. Четвертую скорость скорее врубай. Тягайся, кто может, скорее тягай. Комбайн, йо, комбайн, йо, комбайн. А что, комбайны тоже сделают? Да, комбайны сделают. Вообще, кстати говоря, можно поговорить о том, что вообще надо еще сделать, так сказать, прокачать. Вот трактор прокачали. Прокачали трактор. Доильные аппараты прокачаем теперь. Как это? Сделаем доильные аппараты. Вот такого сечения будет труба. Там такая мотопомпа стоит. И ты подходишь просто, не важно с какой стороны, прям в корову так. И шкурка такая. И такая. И тут такая, снимаешь шкурку так. Стряхиваешь ее, укладываешь, зачем? Как парашют аккуратно, да. Укладываешь. И так. На ее на продажу. А там, да. А там осталось только сепаратором. Мясо и молоко. Хорошее. Не кошерное. Мясо и молоко от кости. Да. Да. Не кошерное. Можно еще что прокачать, этих самых. Курей можно прокачать. Да. Специальный такой яйцесос такой. Курицы посоединяются и яйца. Не разбившись. Не разбившись. Три десятка. Курицу тоже прокачать надо, да. Зачем? Куда? Так. Ее наоборот, чтобы мяса было больше, потом обратным движением. Раздул ее так. Кого раздул-то? Курицу кого? Я знаю, как прокачать еще, как поле вспахивать быстро. Очень быстро. Огромный такой яйцесос ставится туда. Нет, просто отходишь так на безопасность. Батарея! Что там? Ну, огонь, естественно, батарея. И оно все падает обратно. Кто? Поле. Поле. Его... Нет, я знаю, поле должно быть нарисовано. Прекрасно. Да. Вот. И много-много людей, весь колхоз становится за края поля. Берут и встряхивают его. Это уборка, это урожай. Да, да. Точно. Там да. Помидоры, значит, посеяны. Конечно. Помидоры. А дальше яйцесосы просто засасывают. Засасывают огурцы. Помидорососы. Огурцососы. Что еще? Вообще яйцесос это фамилия греческого миллиардера, по-моему. Свеклососы. Куча всего. Овощесосы. Так, я предлагаю спеть песню «Как бы славяна». На кругу дыхнул в пе.